вас, Дагестан? Ich bin zu spät nach Hause gekommen. Aber es ist gefährlich. Keine Sorgen, Alex. Man hat mich nach Hause gebracht. Mann. Mann. Alex, не расстраивайся. Все совсем не так страшно. Заходи на эпиш-дочь, будем разбираться вместе, кто такой этот ман. Всем привет! Hello! Тема нашего сегодняшнего урока – неопределенно личные предложения с местоимением «man». Мы объясним вам, как строится одна из самых распространенных конструкций в немецком языке. В отличие от русского, в немецком предложении всегда должен быть субъект – тот, кто выполняет действие. Когда оно выполняется множеством неопределенных лиц, или когда говорящему неважно, кто конкретно его выполняет, используются специальные местоимения – «man». Посмотрите, это местоимение очень похоже на существительное «man» – «человек», «мужчина», в котором убрали одну букву «n» и стали писать со строчной буквы. И получился такой таинственный субъект, который выполняет действия во всех неопределенно личных предложениях. На начальном этапе изучения немецкого языка следует запомнить правила построения предложения с местоимением «man». «Man» согласуется со сказуемым в третьем лице единственного числа. Таким образом, «man» грамматически как бы приравнивается к местоимениям «rts». Важно помнить, что, обладая правами подлежащего, «man» не отделяется от сказуемого. Например, «man lernt Deutsch hier gern», «hier lernt man Deutsch gern». Как же правильно перевести конструкции с «man» на русский язык? Первый – с помощью неопределенно личных предложений. Наш пример «man lernt Deutsch hier gern» переводится как «здесь учат немецкий с удовольствием». С помощью неопределенно личных предложений переводятся и самые распространенные словосочетания с местоимением «man». Их образуют глаголы «denken» – «думать», «sagen» – «говорить», «werden» – «становиться». «Man denkt» – «считают», «полагают». «Man sagt» – «говорят». «Man wird» – «становится». Второй случай употребления «man» с модальными глаголами. Такие конструкции переводятся на русский язык как безличные предложения. «Man kann» или «man kann nicht» – «можно», «нельзя». «Man darf» или «man darf nicht» – «можно» – «разрешается», «нельзя» – «не разрешается». «Man muss» или «man muss nicht» – «нужно», «необходимо», «не нужно», «нет необходимости». «Man soll» или «man soll nicht» – «следует», «должно», «не следует», «не должно». А в косвенных падежах для выражения неопределенности используются формы неопределенно личного местоимения «einer» – «einen» в аккузатив и «einem» в датив. Еще один способ перевода конструкции «man» с помощью подлежащего, выраженного неопределенным местоимением «кто-то». Например, предложение «Man hat ihm das Wörterbuch genommen» можно перевести как «кто-то взял у него словарь». Кроме того, конструкции с «man» можно перевести на русский язык с помощью обобщенно-личных предложений, используя местоимение «ты» или «мы». Например, предложение «Wenn man eine Fremdsprache lernen möchte» можно перевести как «Если ты хочешь выучить иностранный язык», «Если мы хотим», «Если вы хотите». В некоторых случаях конструкции с «man» можно перевести и с помощью инфинитивных предложений. Например, «Man benutzt nur 10% des Gehirns im Laufe des Lebens» – «В течение жизни используется только 10% мозга». Мы разобрались с грамматикой и переводом предложений с местоимением «man». Вы убедились, это очень простая конструкция. Теперь вы сможете не только использовать ее в бытовых ситуациях, но и понимать отрывки из классической немецкой поэзии. Der Brief. Der Brief, den du geschrieben, er macht mich gar nicht bang. Du willst mich nicht mehr lieben, aber dein Brief
ist lang. 12 Seiten entzierlich. Ein kleines Manuskript. Man schreibt nicht so ausführlich, wenn man den Abschied liebt. Ich steig hinauf auf des Berges Höhe. Dort ist man doch allein. Und wenn ich still dort oben stehe, dann stehe ich still und weine. Saphire sind die Augen dein, die lieblichen, die süßen. O, dreimal glücklich ist der Mann, den sie mit Liebe grüßen. Dein Herz, es ist ein Diamant, der edle Lichter sprüht. O, dreimal glücklich ist der Mann, für den es liebend glüht. Rubinen sind die Lippen dein, man kann nicht schöner sehen. O, dreimal glücklich ist der Mann, dem sie die Liebe gestehen. O, kennt ich nur den glücklichen Mann, o, dass ich ihn nur fände, so recht allein im grünen Wald, sein Glück hat bald ein Ende. На этом сегодняшний урок окончен. А теперь проверьте себя. Попробуйте перевести эти предложения. Спасибо за внимание. Учите немецкий вместе с Epische Deutsch.